я участвую в лингвистическом марафоне «Красная книга словарного запаса». Сегодня я хочу рассказать про интересное слово. Это слово «кика», которое означало «женский головной убор округлой формы». Он являлся символическим обозначением замужней женщины. Кика дополнялся платком с вышивкой, который прикрывал волосы, опускаясь на плечи. Эти необычные шапки с рогами упоминаются в исторических документах, которые насчитывают более 5 столетий. Ученые считают, что слово «кика» появилось в дохристианские времена. Это название произошло от славянского «кыка», то есть «волосы».